Девочки, доброе утро всем из Аутлета. Я опять в Луиза Спаньоли. И смотрите, тут уже все. Привезли новенькое все. Все, убрали летнее. Посмотрим, есть ли вещи, которые мне надо забрать. Какое красивое платье. Сейчас мы с вами его рассмотрим. Девочки, зашла я, значит, в Луиза Спаньоли. Забрала тут кое-что. Давайте посмотрим, что нового привезли. Это все новая коллекция. Смотрите, какая красивая сумочка у них. Made in Italy. Здесь есть вот такой ремень, такой карман. Раз, два, три. Три таких отделения. Пыльник. Вот это что еще? Какой-то пакет. Vera Pelli написано этой сумке. Сумка, она такая структурированная, но при этом, видите, довольно гибкая. Вот, прекрасная. Прекрасная сумочка. Вот так вот она выглядит. Видите, у нее такой принт под змеиную кожу. Очень-очень-очень даже интересный экземпляр. Вот я вижу такой интересный костюм. Это очень плотный хлопок, джинс. Смотрите, какой у него красивый блейзер. Красота. Это все новое поступление, поэтому цены здесь будут не такие, как мы с вами видели на прошлой неделе. Например, вот это 215. Размер 40. Пока еще привозят в начале в самом все размеры. Здесь подкладка есть. Хороший, очень плотный, качественно сшит. Вначале привозят размеры с 40-го, с 38-го по 50-й могут быть, по 48-й. Но их очень быстро раскупают, все вещи. Видите, такие джинсы к нему классно идут, к этому блейзеру. Со стрелками, прекрасные. Вещи довольно быстро раскупаются, поэтому иногда можно вещи дождаться, костюмы, например, дождаться до скидок. Эти брюки 144. Можно дождаться скидок и купить на скидках. Иногда бывает, что уже к скидкам большим, когда там по 50%, нету верха или нету низа, да, или его искать, например, в другом аутлете. Ну, конечно, в начале всегда выбор больше. Смотрите, я в прошлый раз показывала красивые джинсы коричневые, да, вот такие. Ну, такой вот цвет терракот, да. Они сейчас 89, вот смотрите, что к ним предлагают. Здесь замша. Вот так вот можно интересно скомплектовать. Давайте посмотрим, что почем. Такая блузка, хлопок 115. Она вон с рисунком, не с рисунком, видите, вот такая тесьма. Видите, вот такая тесьма пристрочена. Интересная. Рукав. И вот такая жилетка. Сейчас глянем жилетку. Жилетка очень качественная. Видите, тут кожа. Это, скорее всего, кожа будет. Сейчас посмотрим, что почем с этой жилеткой. Жилетка кожа, натуральная кожа. И подкладка у нее полиэстровая. Ну, подкладка внутри. И вот сзади такая. И у нее еще есть завязочки. Отлично. Мне очень нравится вот этот комплект, если так скомплектовать. Пакет здесь висит. 147 такой, смотрите. Очень-очень классный. Но я подозреваю, что здесь ткань, как было в красном, помните? Давайте посмотрим, из чего. Ткань 75% вискоза, 21% полиамид, он же нейлон, и 4% эластан. И подкладка полиэстер и эластан. Смотрится красиво. Так, блузки. Это чистый шелк, наверное. Сейчас глянем с вами. Стоимость блузки 130. И я стоимость блузки 130. Такая блузка. Красивый рисунок. Сейчас я гляну состав ее тоже для вас. Состав блузки 61% вискоза и 39% шелк. Тоже хороша. Какая прелесть. Как она хорошо будет комплектоваться с этим пиджаком. Просто прекрасно. Джинсы со стрелками. Смотрите, какие они хорошенькие. Написано здесь Луиза Спаньоли. Сзади у них есть вот такая резинка. Стоит сейчас 132. И очень, мне кажется, удачная модель, которая будет хорошо сидеть. Строго так, я люблю такие. И еще блузочка тут висит. Блузка, сейчас посмотрим, из чего. Блузка 120. 100% хлопок. Немножечко она приталенная. По фигуре так выточки. Хорошая. Очень хорошая. С чем еще предлагают комплектовать? Вот эту блузку и вот этот жакет. Можно вот такие широкие джинсы. Из приятного молочного джинса с коричневой отстрочкой. Ой, тут такая деталь интересная есть. И сейчас они стоят, такие джинсы, 89 евро. И вот еще с таким интересным кардиганом. Это шерсть 100%, идет ремешок к нему. Такая крупная вязка и полоски. И он на замке.
Стоит сейчас такой кардиган в аутлете 189. И он такой вот интересный. Мне очень нравится. Мне очень нравится цветовое сочетание. Здесь висят такие вот костюмы с юбочками и укороченным жакетом. Состав 65 хлопок и 35 полиамид. Такой вот у них состав. Цвет приятно желто-горчичный. Цена жакета 129. Он идет с подкладкой. Вот такая ткань. Как, похоже, знаете, как на соломенное плетение. Да? Вот такой рисунок интересный. Его можно скомплектовать вот с таким шерстяным вязаным топом. 80 евро топ. Чистая шерсть. Красивый. И вот с такой вот юбочкой на запах. Юбка идет тоже с подкладкой. Пуговицы. Состав, я уже сказала, 65 катон хлопок и 35 синтетическое волокно. И стоимость такой юбки сейчас 90 евро. Красиво. Вот такую блузку сейчас привезли. Чистый шелк. Она стоит 147 евро. И вот так вот она выглядит. Смотрите. Красота. Какое тут интересное шерстяное платье. Подождите, сейчас покажу. Оно шерстяное, стопроцентная шерсть. Из чего подкладка я не увидела, не написано. Интересная модель. Самое интересное в ней вот здесь. Смотрите, открытая спина. Вот такая открытая спинка. Молния до попы. И, пожалуйста, такая геометрия на спине. Очень интересно. Класс. Здесь такой интересный жакет привезли. 217 евро. Мне нравится его крой. Немножко приталенный, однобортный, с подкладкой. Смотрите, как он выглядит. Такие пуговицы здесь. Карманы есть, но они просто застрочены сейчас. Вот такая вот пуговичка. Такого жакета 75% вискоза и остальное полиамид. Вот такие брюки, стрелки, широкие штанины, широкие калошины. Есть тут немножко такие выточки сверху. Они стоят 102 сейчас, и там 53% полиэстер и остальное шерсть. Хороший состав. Будут классно смотреться, наверное, с этим прекрасным жакетом. К нему предлагают вот такую блузку с простым воротом округлым. Красивая легкая блузка, черная, 69% ацетат и остальное шелк. Вот такой шерстяной жилет, он 105 евро сейчас стоит, и это чистая шерсть. Красиво, красиво. Кардиган тоже шерсть, и стоит он сейчас 159 евро в аутлете. Это все новиночки, девчонки, это все только привезли. Красивое платье с подкладкой, с коротким таким рукавом, видите, малюсенький такое крылышко. И стоит оно сейчас 182 евро. И состав там 75% вискоза, остальное синтетическое волокно. Хорошо пошито, очень хорошо пошито. Мне чем-то напоминает тот самый халатик, который мы забрали для Танюши. Мне очень нравятся вот эти дополнительные крючочки на спине, чтобы там ничего не расходилось, молния. Молния до чуть ниже талии получается. И такой ремешок. Красиво. Красиво, девчонки. Все красиво сегодня. Очень красивое платье, стопроцентная шерсть. Его только привезли. Я его увидела еще с улицы, обратила на него внимание. Здесь такой большой V-образный, глубокий V-образный вырез и фальшивый запах. Запах. Пуговицы не расстегиваются, они просто пришиты и все. Как-то вот так повесить, чтобы вам получше показать. Ну, не самый удачный вариант я нашла. Красивое платье, девочки. Мне очень-очень нравится такой стиль. Я думала, что это пальто издалека. Оказалось, это не пальто, оказалось, это шерстяное платье. Здесь еще висит такое пончо. Это тоже свежий завоз. Оно сделано на 80% из шерсти и на 20% из полиэстера. Видите, поясок, молния. Здесь такие погоны. И вот так вот оно изнутри выглядит. То есть вы его накидываете, и оно у вас такая, как душегреечка. Греет. Без подкладки. Красивое, эффектное.
Жакет симпатичный. Посмотрите, какая у него интересная деталь на талии, да? У него есть поясок, который можно завязывать, без него никак. И вот такие вот сборочки в районе талии, которые очень хорошо подчеркнут красивую талию девочки. Состав ткани этого жакета 53% полиэстер и 43% шерсть, 4 эластан. И стоит оно сейчас 235. Ну, это все новенькое, все еще пока без скидок. Вот это шерсть, шерстяной, 105 евро. Вот так вот это выглядит. Еще один шерстяной кардиган, 159 евро. Такими маленькими карманчиками по фигуре. Тоненький, но, тем не менее, он будет греть.